Всем привет, вы на канале Трубка ТВ, и сегодня я снимаю обзор моей коллекции игрушек и кружек DreamWorks. Это игрушки из магнита. Еще я себе приобрела котика, это у меня уже третья игрушечка. Я его купила недавно. И вот хочу его вам показать и всех моих персонажей, которые у меня уже есть. И еще у меня остался еще один собранный вкладыш, вот этот вот. У меня 80 наклеек. Я покупала их, ну, конечно, за наклейки там. И давайте... Я вот собрала 80 наклеек. И когда ты собираешь 80 наклеек, то у тебя будет скидка 93%. Проценты скидка, и значит надо еще плюс 99 рублей. Ну, можно округлить, и это будет 100 рублей. А вот если ты соберешь 20 наклеек, это вот до суда, где-то я покажу примерно. Да, до суда, все правильно. То у тебя будет скидка, вот тут написано, внутри 70%. И надо еще плюс 449 рублей. И вот это вообще все персонажи, которых можно купить. И тут написано, что вот акция должна быть до апреля 17-го. Но ее сократили. И она теперь до 27 марта. А игрушки можно получить 1 апреля. Ну, обменять их на наклейки. А вот если вы хотите, для примера, просто себе купить и не собирать наклейки, кружку, игрушку, то вам надо купить ее за 1500 рублей. Вот это, ну, все персонажи, которые есть. И в магазинах, как Магнит у дома и Магнит Косметик, дают одну наклеечку, такую вот. Вот такую наклеечку. А в гипермаркетах за каждые 250 рублей дают одну такую вот маленькую в магнитах обычных. А вот в гипермаркетах дают двойную за 500 рублей. Вот это вся коллекция там. У меня есть некоторые. Вот это беззубик, розочка. Вот кружка с беззубиком. Розочка. И вот кружка с ней. А это вот котик. Сейчас я открою его. Так. Открывается не очень легко. Ну, просто вот надо вот эту, я не знаю, что такое. Проволоку. Вот проволоку. И надо просто вот так вот как-то раскрутить. И аккуратно надо вот, вот так вот немножко вперед вашего героя убрать эту проволоку. И вот ваш герой. Вот я себе приобрела котика, потому что он такой миленький, такой хорошенький. Вот у него так такие, как будто сапожки такие вот красивые. Шапочка такая, шляпа такая с пером. Вот это перо такое. Сам котик красивый, рыжий. У него даже хвостик есть такой. А еще, конечно же, идет вот такая вот кружка. Вот, кстати, кружка, она очень хорошая. В нее вмещается очень много, ну, там, чая, не знаю, воды, что вы будете наливать, я не знаю, вот. И тут... нарисован сам персонаж. Вот я покупала кота в сапогах, и вот нарисован вот этот вот кот в сапогах тут. Вот. Еще вот кот в сапогах нарисован. И сейчас мы посмотрим других моих персонажей поближе. Так, дальше у нас идет Розочка. Это такой тролль из мультфильма «Тролли». Он, кстати, вышел недавно. Вот такой вот троллик. Вот это розочка. Есть еще там какой-то цвета, но я сейчас говорю о розочке. Вот у нее такой, как будто костюмчик нарисован такой. Платье такое. Вот у нее такая очень прям приятная шевелюра. Такие волосы, они прям приятные. И это брелок. Вот его, не знаю, там, куда можно прицепить. Ну, вообще, это как игрушка такая большая. Такая приятная на ощупь. Ну, и вот сама кружка с розочкой. Вот нарисована розочка сама. И вот еще она нарисована.
Дальше у нас идет беззубик. Вот он. У меня, кстати, был первый. Вот, значит, у него есть такой хвостик, крылышки у него, два крыла. Вот, он такой черненький, красивый, у него лапки есть, вот четыре лапки. Хвост тоже есть. И вот сама кружка с этим беззубиком, вот это вот беззубик и всадник на нем, а вот сам беззубик. Вот такая кружка. Вот это мои любимые герои. Ну, это, конечно же, Розочка, там вот Беззубик, а котик мне он очень нравится. Ну, и вот это вот, ну, Грангиды. Ну, я не знаю, я, наверное, у кого-нибудь другого возьму, я сама не знаю. А напишите, а есть ли у вас такие игрушки, и кто именно, может быть, не знаю, панда или пингвинчик какой-нибудь. И напишите, за сколько вы наклеек собрали. Ну, например, вы напишите, ну, не знаю, вот панда, за 80 наклеек, и я пойму, какие у вас есть вот эти вот игрушечки. Или если у вас нет, то скажите, о какой вы мечтаете игрушечки, какие вам тут нравятся игрушки. И ставьте лайк, если вам нравятся мои игрушки. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока!